у меня есть мечта. Я бы очень хотел, чтобы в честь столетия КБ «Южное» подняли тост на Луне. Это будет означать, что КБ «Южное» внесло свою лепту в реализацию амбициозных планов человечества по освоению Солнечной системы и Вселенной. Это будет означать, что Украина – мощная космическая держава с научным, техническим и производственным потенциалом, позволяющим стоять в ряду мировой элиты. Это будет означать, что наши дети, внуки и правнуки имеют будущее. У нас есть мечта. От рождения течет и до тризны.